Привет, подписчики, привет, друзья. Значит, попросил меня товарищ сделать вот такую вот штуковину. Это штуцер для пневматического инструмента. В общем, шестигранника у меня не нашлось под рукой. Есть круглая болваночка, вот я ее уже зажал. Сейчас я обработаю ее диаметр до 28 миллиметров, чтобы фрезернуть под ключик. Ну и, соответственно, сделаю все вот эти вот посадочные места, плюс резьбу 22 на полтора. Резьбу, скорее всего, буду резать леркой. Так что, ребят, смотрите, что получится. Радиуса снимает за раз. Хочу в размер 28,5, как и на самой гайке. На минимальной подаче. Китайский резец, заказанный с AliExpress. Это не реклама. Так, вот, значит, ребята, проточили мы на 28,5. Частоту обработки можно видеть. Сейчас буду протачивать все размеры, ну и по возможности буду снимать, как это будет получаться. По 2 миллиметра за один проход. Настраиваем линт на 0. Вот у нас, ребята, 0 получается. И выставляем 40 делений.
стороны. Таким вот образом будем проходить до диаметра 17,5. Потом будем протачивать конус и протачивать шейку. Не буду снимать весь процесс, потому что, в принципе, понятно, буду снимать, когда уже буду точить конус. Значит, вот, ребят, проточили бортик. Сейчас выставил 15 градусов. И буду при помощи малой продольной точить конус. Честно сказать, тот конус я не мерил. Ну, как бы вариантов у меня нет. Что-нибудь сделаю. Там, в принципе, размер как бы не это. Допуски есть. Не столь важный. Значит, буду точить. Смотрите. В общем, ребята, вот что у меня получилось сделать конус. Ну, в принципе, что-то похожее. Если так вот сравнивать, то что-то похожее. Здесь как бы тоже, я скажу, не очень-то сделано. Делали, скорее всего, китайцы косорылые. В принципе, что-то даже вышло. Значит, сейчас будем обрабатывать эту сторону под резьбу. А потом просверливать внутреннее отверстие на 11 и отрезать заготовку. Далее будет фрезеровка под ключ, под 24. И как бы деталька будет готова. Сейчас вот этот вот буртик еще резцом уберу. И буду протачивать вот эту часть левым резцом. Здесь прорежу канавку. И отсюда, наверное, левым резцом буду выгонять диаметр 22 под резьбу. Значит, ребята, вот такая вот штукенция у нас получилась. Сейчас будем сверлить отверстие. Сначала просверлю отверстие на 8, а потом буду рассверливать на 11. Сверлить на 70 мм глубиной. В общем, получается, ну, практически до конца сверла будет. Довольно-таки глубоко. Так что на малых оборотах буду потихонечку сверлить. Смотрите.
крышкой забивается. Так, вот, значит, ребята просверлили отверстие на 8 с подачей СОЖ. Сейчас зажали сверло на 11. Вот я изолентой пометил, насколько глубоко надо сверлить. Ну, полностью на всю длину сверла получается. Сейчас будем потихонечку с подачей СОЖ рассверливать на 11.
отжаться идет спокойно. Стружкой забивает. Все, ребята, отверстие готово. Сейчас деталь будем отрезать. Ну и, соответственно, нарезать резьбу. Нарезать резьбу я буду вручную, наверное, в тисках. Ну, в общем, ребята, так, получилась вот такая вот деталюха под 24-й ключ. Внутри вот отверстие здесь, и сюда будет одеваться, вот в эту канавку после резьбы будет одеваться уплотнительное колечко. Ну, в принципе, я скажу, они как бы идентичны. Сейчас вот подсветку включу. Ага, подсветка не включается, аккумулятор сел. Значит, вот так вот это выглядит. Все у меня получилось. Завтра покажу это человеку, который просил мне их сделать. Если даст добро, то нужно будет таких штуковин сделать 10 штук. Так что, кому данное видео понравилось, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Всем спасибо. Всем пока.